Мариуполе люди говорили на разных языках. У нас и греки, и армяне, и украинцы, и русские даже там, и немцы. И, в общем, кого там только нет. И каждый мог спокойно жить. И у нас действительно в городе слышалась русская речь. Мариуполь был богатый, красивый, современный, европейский, цветущий. Невероятно красивый город у моря. У нас были очень работящие люди. Люди работали на медкомбинате «Азовсталь», медкомбинате «Ильича». У нас был судоремонтный завод с сухими доками. У нас был порт. Восемь лет в Мариуполе был Азов. И почему-то Азов, которые нацики, да, жили рядом с нами, с русскоговорящими, дружили, ходили в одни парки, и почему-то они нас не убивали, пока не пришел русский мир. Потому что русский мир — это фашисты. «24 февраля, 21:40. Первый день войны. Мы легли спать в неспокойной, но относительно мирной жизни. Разбудила нас война. Неважно, какие сны нам снились и что было за минуту до пробуждения. Главное — это моментальное перемещение в еще темном рассвете из планов и надежд в бездну страха и отчаяния. Как будто из теплого лета ты попал в ледяную стужу». Война застала, как и всех, наверное, дома в постели. Вернее, я была у мамы в это время. Я приехала маму навестить и уехала от мужа. Мама в центральном районе, а муж на Левобережье. 4 утра я проснулась от выстрелов. Я спала, меня разбудил сын, сказал, началось. Когда началась война, когда начались обстрелы, мы поехали искать подвалы, в которых можно на городе спрятаться. Я была уже на 9-м месяце беременности. Первые дня 3 мы просто слышали взрывы, выстрелы. Но мы чувствовали себя достаточно спокойно, потому что, в принципе, Мариуполь — это был форпост Украины, прифронтовый город. В 2014 году у нас была угроза захвата Мариуполя. Мариуполь отстояли, и Мариуполь не стал оккупированным городом на тот момент. И мы думали, что точно так же будет и сейчас. Когда стало известно, что уничтожена Волноваха, это небольшой город рядом с Мариуполем, что полностью уничтожена Сартана и город в осаде. «26 февраля, 13:40. Третий день войны. Когда очень страшно, надо что-то делать. Так советует моя подруга-психотерапевт. Во время воздушной тревоги она моет полы в подъезде. 3 раза уже мыла. Теперь там стерильные полы, а она поборола страх. Я во время обстрелов пишу. Чушь какую-то. Потому что ничего в голову не лезет, и получается белиберда. Мне страшно. Я считаю взрывы. Слушаю раскаты и пишу. В перерывах смотрю на кота и собаку. Они проблемы со страхом решают кардинально. Вообще не предполагали, да, но как начали, когда запускать ракеты, что дома просто складываются, что их вырежают как вот это, как кусок пирога, просто вот так раз, и нету там подъезда, пролета, ну вот как бы что такое может быть. Поэтому мы как бы спокойно сидели у себя в тамбуре, выходили соседи, мы общались, как бы читали новости, ждали, вот все, сирена закончилась, заходили спокойно спать. Все эти дни
Мой сын Богдан укреплял дом, он набирал мешки с землей, укреплял окна. Он бегал, грел соседям еду у нас в камине. Он бегал под обстрелом заряжать телефоны от генератора соседа. Вечерами мы собирались у камина, пели песни под гитару, он играл нам. Он металлику очень часто играл, но металлику мы не пели, конечно. Цоя пели, да, кукушку. Звезда по имени Солнце. Надо было очень громко петь, чтобы перепеть взрывы. «27 февраля, 23:42, четвертый день войны. Когда мы все это переживем, я обязательно напишу о том, как страшно жить внутри войны, о разных людях и ситуациях, о том, как все меняется в один миг, и все неважное уменьшается до микроскопических размеров. Остается главное. Оказывается, главного не так уж и много. Это твоя жизнь, жизнь близких, друзей, людей, которые рядом. Чтобы твой дом был цел. Чтобы твой город не расстреливали из градов и твою страну не терзали и не мучили. Утром был первый прилет в наш дом. Во дворе загорелись автомобили. Дома и мой дом были посещены осколками, пробиты газовые трубы. Все окна вылетели. Я начал собирать растерянно стекла. Но тут прибежал мой сын из соседнего родильного дома и сказал: «Папа, срочно собирайся, идем с нами». Прилет случился в дом через один от нашего. И нашим соседям ударной волной заблокировало двери. И мой сын Богдан, он побежал вытаскивать их через окно. Я бежала за ним по улице, это был обстрел, он не прекращался. Я говорила: «Бодя, зайди, пожалуйста, в дом, потому что идет обстрел, если с тобой что-то произойдет, я этого не переживу». Он так повернулся, взял меня за плечи, труханул, говорит: «Мам, ну я их вытащу». Он вытащил этих бабушек через окно. Прилет по частному сектору, рядом с МЧС. Когда людям нужно срочно убегать из дому, как ни странно, они набивают свои сумки совершенно ненужными вещами. Взял белье, взял одежду, которая была совершенно не нужна. Вдруг там оказались какие-то детские брюки, откуда они взялись, я не знаю. Они маленькие, короткие. И я почему-то захватил, не знаю, издание 67-го года, томик Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». 1 марта, 16:42. На седьмой день войны мы по-прежнему делали вид, что ее не существует. Как будто это какое-то недоразумение, и все скоро закончится. Нас бомбили и обстреливали, а мы пытались улыбаться друг другу. У всех были одинаковые глаза. Растерянные и испуганные. Мы не понимали, почему все вокруг так страшно. Что мы сделали не так? Когда начались первые обстрелы, главной темой разговора в Мариуполе были выбитые окна, стекла. Вы представляете, у нас выбили все стекла. Это ужас, это кошмар, это невозможно пережить. Все стекла выбиты. Прошло 3-4-5 дней, начали говорить: «Вы знаете, про стекла забыли. В наш дом было попадание снаряда. К счастью, не в нашу квартиру. Но это же ужас, вы представляете? Дом посещен осколками. Разворочится соседний подъезд. Это же ужас». Проходит еще неделя. Все забыли о попадании в дом. Все начали говорить о погибших людях. Третий
3 числа отключили интернет и мобильную связь. Вот тогда я с Надей говорил последний раз. Мой муж был на левом берегу, и я думала, что его нет вообще в живых. Ну, как бы я надеялась на то, что он живой. Самое страшное, что я не знал, жива Надя или нет. Я слышал о том, что там погибли люди. Я начала плакать периодически. Мама говорит, ну чего ты плачешь? Он жив наверняка. Мы же тоже живы, но он о нас, говорит, ничего не знает, но мы же живы. Я была в роддоме. Из-за обстрелов у меня прекратилась родовая деятельность. Ну, получается, у меня было раскрытие на 5 сантиметров, но уже не было у нас в городе света, у нас уже не было как бы воды, не было связи. Мне, получается, сделали, ну, срочное кесарево. Сказали, пока работает генератор, провести операцию. Обстрел уже не прекращался. Инфраструктура города была полностью разрушена, авиационные налеты усилились. Подошли российские корабли и стреляли с российских кораблей по Мариуполю. Они убивали с земли нас, они с воздуха убивали. Решили, что, наверное, как бы, ну надо еще и с моря, потому что, ну, как бы мало, наверное. Оказалось, что не могут они брать, стрелять, да, по роддомам, по жилым домам. А оказалось, что могут. Когда были взрывы, от этой взрывной волны стекла вот так ходили ходуном. Как бы лежат тут в манежиках наши дети. Было страшно, потому что, чтобы их не убило просто осколками. Температура упала до 7 градусов мороза. И здание родильного дома вымерзло мгновенно. Получается, я родила 2 марта, 3-го я полежала еще там. 4-го обстреляли больницу на 17-м, погибли врачи во время операции. И начался вот этот как бы кипиш, вот эта паника, и ну, было просто страшно оставаться. Я приняла решение, что ну, как бы я уйду лучше с роддома, я буду ну, со своей семьей, я буду понимать хотя бы ну, как вместе с ней, потому что связи нет, и когда обстрел, я вот выхожу там, дом мой был напротив как бы роддома, я просто вообще не понимала, что в тот момент вообще с моей семьей, где это стреляют. Пока звучали сирены, мы спускались в погреб всей семьей, пережидали там обстрелы. А потом мы просто не понимали, когда нас начнут бомбить, потому что не было сирен. Мы пошли в соседние подвалы, которые были рядом с нашим домом, потому что ну, как у нас панельные дома, и в панельных домах ну, лучше не находиться в подвале, потому что там один выход, там нет вентиляции. Как бы если его в итоге засыпят, шансов выжить там очень мало. Мы жили в подвале. Полные сутки, кромешная темнота, кроме случаев, когда начинает работать генератор. Каждый раз, когда включался генератор, народ бросался подзаряжать свои телефоны. Поскольку розеток было немного, из каждой розетки выходил удлинитель с несколькими розетками. Телефоны не включались в эти розетки. В эти розетки включались новые удлинители. И как осьминог это все распространялось по всем коридорам. Казалось, зачем человеку в подвале телефон, потому что связи нет неделю, две, три недели. Я думаю, что это был какой-то инстинкт. Ощущение того, что если телефон заряжен, то рано или поздно он заговорит, и можно услышать голоса родных. А разряженный телефон был для человека не просто обузой, а напоминанием о том, что он никогда со своим близким поговорить не сможет. Марта, 12:00, 10-й день войны. Одной женщине оторвала руку, ногу и голову. Я мечтаю, чтобы мои части тела остались на месте даже после взрыва авиабомбы. Не знаю почему, но мне это кажется важным. Хотя, с другой стороны, хоронить во время боевых действий все равно не будут. Так нам ответили полицейские, когда мы поймали их на улице и спросили, что делать с мертвой бабушкой нашего знакомого. Они посоветовали положить ее на балкон. Интересно, на скольких балконах лежат мертвые тела?
Эти люди и не только на балконах, и вот так, которых мы никогда не узнаем. Там дома разрушились, дома сгорели. А еще есть люди, которые закапывали просто во дворе. Вот мой двоюродный брат погиб, его закопали во дворе. Подхожу, а лежат четыре трупа около входа в подъезд моих соседей. И на лавочке девушка, женщина лежит. А в полуторах метрах воронка. Я перескочил через эти трупы, поднялся быстро на пятый этаж, где я живу. Тут грохот, влетают стекла. Я шаг назад в коридор, вырвало даже дверь. Слышу так тух-тух, тух-тух. А у меня на журнальном столике стояла клетка с попугаем. Я его назвал Баламут. Думаю, наверное, Баламута зацепило, и, наверное, он погиб. Выглядываю, а он сидит в клетке, живой. Я схватил его и быстренько в коридор. А стучали так часы, они упали, разбились, и стрелка запала. Очень запомнила девочку одну. Ей было 4. Ее принес на руках ее отец. Ее положили на такую кушетку в коридоре. И она хрипела. И где-то минут через 20 она у меня на глазах умерла. Все время рядом с ней сидел отец. И он стоял на коленях перед своей дочкой. И он выл, как раненое животное. Он все время повторял, почему она, а не я. И я понимала его вопрос. Я до сих пор мучаюсь вопросом тем же. Марта, 22:32, 11-й день войны. Я выхожу на улицу в перерывах между бомбежками. Мне нужно выгулить собаку. Она постоянно скулит, дрожит и прячется за мои ноги. Мой двор в окружении многоэтажек тихий и мертвый. Я уже не боюсь смотреть вокруг. Напротив догорает подъезд 105-го дома. Пламя сожрало 5 этажей и медленно жует 6-й. В комнате огонь горит аккуратно, как в камине. Черные обугленные окна стоят без стекол. Из них, как языки, вываливаются обглоданные пламенем занавески. Я смотрю на это спокойно и обреченно. Когда на девятиэтажку скидывают фосфорную бомбу, девятиэтажка вспыхивает, как свечка, полностью. И вспыхивают все люди, которые находятся там. Они сгорают заживо. Фосфор поддерживает горение. Они применяли системы залпового огня. Там были искандеры, там были солнцепеки, там были тосы, грады, буратины. Там было все возможное, что придумал человек для того, чтобы убивать другого человека. И самое страшное был самолет, потому что к звукам взрывов, градов мы уже как-то более-менее привыкли, и они были не такие громкие. Когда сбрасывались авиабомбы на город, это было очень громко. Очень громко. Когда начали бомбить самолетов, вот появился страх тогда уже. Ну, я понимала, что там как бы смерти, но уже не избежать. Падала в соседних, да, допустим, дворах, а дом наш так трусился. Я думала, что прилетел уже в наш дом. Пламбасея Нептун прилетела. Авиабомба. Сильных 2 взрыва. Я вышел на улицу, с соседями разговариваю, что бы это могло быть. Они говорят, это, наверное, в центре города. Схватил камеру, побежал, а это... Скинули 2 авиабомбы на нашу горбольницу номер 3. 3-я больница, Мариуполь, роддом. Она была очень красивая, внутри стояло самое современное оборудование. Когда я подходил, это был какой-то Армагеддон. Все разбито, стекол нету в окружающих домах.
все черное в пыли. Я знаю, что рядом в больнице были раненые. Может быть, россияне решили попасть по раненым, ну, а промазали, я не знаю. Потому что в роддоме были женщины и были дети новорожденные. Под ноги, пацаны, смотрите под ноги, куда наступаете. У нас там во дворе роженица, она лежала в том самом роддоме, вот, родила девочку, назвали Милана или Милена, вот. И она говорит, да, попала эта бомба в отделение, где груднички, вот, где вот в этих камерах кислородных, и они все сгорели. Обошел с другой стороны на проспект Мира, у нас стояли большие тополя, а их как ножом срезали, и навстречу женщина идет. Я спрашиваю, а что там? Она говорит, вы туда не ходите, там одни трупы. Девятое марта, 19:00, 14-й день войны. Моя собака начинает выть, и я понимаю, что сейчас снова будут стрелять. Я стою днем на улице, а вокруг кладбищенская тишина. Нет ни машин, ни голосов, ни детей, ни бабушек на лавочках. Умер даже ветер. Несколько человек здесь все же есть. Они лежат сбоку дома и на стоянке, накрытые верхней одеждой. Я не хочу на них смотреть. Боюсь, что увижу кого-то из знакомых. Одиннадцатого марта. Знаете, когда летит снаряд, слышно, как он шуршит. Когда летит мина, слышно, как она свистит. А когда летит в тебя, ты не слышишь ничего. Мы не услышали ничего. Я только услышала взрыв, дым. Я успела сделать вот так, сделать два шага вглубь дома. Тут же развернулась и побежала в коридор и на кухню. Ну, потому что все мои были там. А сын лежал на боку, на правом боку. Я сразу поняла, что, вероятнее всего, это ранение смертельное, потому что у него глаза были полуприкрыты. И я видела, как его правая щека, которая была ниже, наполняется кровью. А еще было очень много пуха, потому что он был в классном пуховике таком, The North Face. И пух полетел, у него на губе так пушинка лежала. Я все время пыталась ее убрать как-то так инстинктивно. У него было ранение в область шеи сзади и затылок. Я взяла его рукой, вот так держала. И, извините, у меня руки трусятся. Я его держала, и руке было очень горячо, потому что пульсировала кровь, очень горячая. Был запах крови, такой сладкий запах крови везде. Вот в доме запах пороха, запах крови и звук льющейся воды, потому что осколком пробила отопительную систему, хлестала вода. И были крики, потому что кричала моя племянница, ей 14 лет, кричала моя сестра. А, хрипы еще были. Хрипел муж сестры, у него было несколько проникающих ранений в область грудной клетки. У него была агония. Я запомнила такие голубые вязаные носки, в которых был Богдан. Я подумала, ну, у него не будут мерзнуть ноги. Я еще успела подложить ему под голову вязаную кофту и накрыть лицо таким полотенцем розовым лежал. Тела мы оставили там, потому что шел обстрел. И надо было спасать тех, кто жив.
потому что мы все вчетвером были ранены. Как я узнала потом, в дом было еще несколько прилетов, и дом сгорел. На сегодняшний день я не знаю, был мой сын похоронен, не был. Скорее всего, тела сгорели прямо с дома. Скорее всего. Одиннадцатое марта, 23:00, 16-й день войны. 3 дня назад к нам приходил друг моего старшего племянника и рассказывал, что было прямое попадание в пожарную часть. Погибли ребята-спасатели. Я уверена, что скоро умру. Это вопрос нескольких дней. В этом городе все постоянно ждут смерти. Мне только хочется, чтобы она была не очень страшной. Это тетя Надя, это моя крестная. У них там есть подвал, у них как бы дом они оборудовали мешками, чтобы окна как бы не вылетели. Я пошла туда сама с малым, получается. И они остались, там Никиту все начали нянчить, там, обрабатывать ему пупок, да, я поняла. Юлька, у Юльки был этот Кесарева, ей обрабатывали шрам тоже. Никита, скажем так, был, ну, несмотря на то, что его не выносили практически гулять, один раз или два раза его вынесли, он такой желтенький был, желтенький, он не видел, ну, практически не было света. Но когда с ним разговаривали, у нас даже видео сохранилось его, он так смотрел, всегда слушал. Пусть мама увидит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Там лежал, я ему рассказывала про то, что вот его папа, он придет, он будет гордиться Никитой, а папа воюет, папа украинский воин, вот, и он, я говорю, он придет, увидит, какой Никита сильный, что он самый главный, там, он так слушал меня внимательно. Так вот, мы заметили, что Никита в подвале внизу, он начинал плакать перед самыми обстрелами. Но я уже по теории вероятности понимала, что сейчас прилетит в наш дом, и это, в принципе, 100% прилетит, потому что они уже все, что можно, они добили вокруг. Теперь они будут убивать наш дом. Ну вот они убьют и нас. Была такая вспышка какая-то, а потом какой-то очень жуткий треск. Все люди сидели, все были на первом этаже, и дети были в подвале. Мы находились в подвале, как бы мы вообще, ну, не могли понять, что происходит. И было непонятно, что столько людей, где кто. Я помню, как я кричала: «Мама, мама», говорю, «ты жива?» Ну, как я слышала вот этот, ну, вот этот удар, такой удар, вверху, панику. И непонятно вообще, ну что с людьми, которые вверху. И люди стали выскакивать, люди стали выбегать из дома. Мой племянник Кирюша, ему 9 лет, и он кричал и плакал, он кричал: «Мамочка, пожалуйста, мамочка, я не хочу». Мы думали, что в него попал снаряд. Такое было чувство, что дом, говорит, как на 45 градусов наклонился и стал обратно. Я выскочила просто так босиком, без куртки, без всего, мы с мамой бежали. И они побежали к себе в девятиэтажку. Вот на тот момент, в тот день, когда они убежали, убежали под снарядами, под бомбами, под минами, под всем. Бежали, просто все вокруг взрывалось. Мы не знали даже, живы они или нет. Из всех из нас я была единственная ходячая. То есть нас осталось 4 раненых. Я, мама, племянница и сестра. Богдан и Павел были уже мертвы. Это мой сын и муж сестры. Мою сестру и мою племянницу вынесли соседи, и соседи же отвезли их в больницу. Когда в больнице врачи снимали верхнюю одежду, и санитары выносили эту окровавленную одежду в коридор возле эвакуационного выхода, и там лежала просто вот так гора до потолка окровавленных вещей. С этой стороны можешь и вот от стенки работать, и сюда к стене. Да-да, выскакивай. А? Маму шили без наркоза. Она кричит, ей больно. А врач смеется, говорит: «Да ладно, не кричи, это прививка». Ну, они пытались шутить, да. Раненые лежали в коридорах под стенками, просто на полу. А там лежали отдельно руки, отдельно ноги. Отдельно даже голова одна была.
А были такие дни, когда в коридоре больницы стоял такой уровень, ну, крови, что ты идешь, она у тебя хлюпает так под ногами. Грудничок, не знаю, а это позавчера, это все раненые. Раненые привезли живых, но спасти не удалось. Совсем крошка. Ко всему привыкаешь, ну, потом вечером это с головы не выходит. Когда меня перевязали, а я шла по коридору, хотя бы понять, где мои вообще, ну, где они. И я увидела двух военных в больнице, это были солдаты ВСУ. И я подошла к военному, и оно, в общем-то, на тот момент у меня уже было намерение в голове что-то с собой сделать, потому что... Но у меня был вопрос большой. Как? И я подошла к солдату, говорю: слушай, ты можешь мне где-то достать одну сигарету? Мне дико хотелось покурить. И, видимо, у меня было все написано на лице, хотя я ему ничего не говорила. Он говорит: да, подожди, я достану тебе сигарету. Он мне достал сигарету и говорит: а ну-ка пойдем со мной покурим. Мы вышли, черный дым вокруг, летят снаряды, летят мины. Мы закурили, а я еще думаю, что этот солдат как-то странно ко мне тулится. Я только потом поняла. Он меня собой прикрывал. Он-то в броне. Он меня закрывал от осколка. А я стою вся в крови. У меня светлая была кофта. Вот так у меня кровь. Руки в крови, вот так. Кровь сына, кровь мамы, кровь родных. А я даже руки помыть не могу, потому что воды нет. Я ему сказала, что случилось. Он взял меня за плечи, начал вот так трусить и говорить: ну, если тебя оставили в живых, ты сейчас идешь к врачам и говоришь, чем я могу вам помочь. И ты помогаешь всем, чем можешь. И рядом стоял огромный такой пандус для хранения кислородных баллонов, потому что кислород для... медицины был очень важен. Там было около сотни баллонов с кислородом. Кто-то из мужиков сообразил, и они побежали выпускать из этих баллонов кислород. Через 3 дня в этот пандус с этими пустыми баллонами было прямое попадание. Машины, которые стояли рядом, сгорели совершенно. И я так понимаю, что мы чудом избежали смерти, потому что если бы баллоны были полными, то и от подвала ничего не осталось бы. На 4-й день в больнице врачи сказали нам, что поскольку у меня и у мамы есть ноги, нам нужно уходить в подвал, чтобы не занимать место, куда могут положить еще раненых. Когда мы ехали, волонтер спросил у меня: мы едем вас отвезти в драмтеатр или в филармонию? Я сказала: в филармонию. Драмтеатр разбомбили через 2 дня после того, как мы оказались в филармонии. Хорошо. Вот смотри. Здесь у нас собираются люди для выдачи питания. В первую очередь мы детям, женщинам, старикам, а потом уже мужики. Ну, кто поест, кому достанется, останется. Здесь люди организовались. Да, мы их попросили заколачивать окна, как это организовано. Тоже живут люди, видишь, дети, люди. Здрасте. Ну, в этой комнатке у нас 15 человек. Потому что здесь уже люди лежат, сидят, кто-то стоя спит, кто-то лежа. Вот здесь, в полуподвальном помещении, у нас находятся люди. Вот здесь люди лежат, вот здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Мы услышали такой странный звук, два таких странных звука, тяжелое какое-то, очень тяжелое, как будто все сотрясло. Ну, я не знаю, было ощущение, что весь город сотрясся от этого. Это же надо так откровенно, так цинично и так жестоко. Здесь беженцы прятались в драмтеатре. Там осталось под завалами больше тысячи мертвых людей, которые сбежали с окраин города в надежде, что их пощадят. Что, пару раз добавили потом пометочки? Какими-то более мелкими снарядами. Добавили, и оно дополнительно горело. Страшно. Понимаешь? Да. Вот он, русский мир, ребята. Разбомбили драмтеатр, в котором, ну, не было военных, в котором были беременные девочки, у которых были дети. Большими буквами было написано «дети». Погибших там 1000. В подвале находилось 200 человек, именно в подвале, которые остались живы. Вверху, которые люди находились, там их было около 1000. Знаете, на что похожи ночные обстрелы? На смерть, которая вытягивает из тебя все жилы. Ночью нельзя спать, потому что снятся мирные сны. Ты выныриваешь из них и погружаешься в кошмар. Сначала идут звуки. Металлические, мерзкие звуки, как будто кто-то поворачивает огромный циркуль и измеряет расстояние до твоего убежища, чтобы поточнее ударить. Там летит снаряд. Ты слышишь, как огромный молоток колотит по железной крыше, и затем страшный скрежет, как будто огромным ножом разрезали землю, или громадный железный великан идет в кованых сапогах по твоей земле и наступает ногами на дома, деревья, людей. Ты сидишь и понимаешь, что не можешь даже двигаться. Ты не можешь убежать. Нет смысла кричать. Нет смысла прятаться. Он все равно найдет тебя, если захочет. А потом наступает тишина. Она мертвая. В это время мы ждем, что еще прилетит. И если появляются новые звуки, цепенеем. Потому что не понимаем, что они означают. Какую смерть. Быструю. Или страшную и мучительную. В филармонии мы ночевали с мамой на втором этаже в концертном зале, мы спали на полу. На третью ночь начался такой обстрел, что я просто схватила ее на себя, а с криком «быстро в подвал!» Вылетали стекла, там был прекрасный красивый витраж из цветных стекол филармонии Мариуполя, и он вылетел просто весь. Когда мы забежали в подвал, туда бежали все люди, потому что в ту ночь обстрел был просто невероятный. Такого еще не было. Ну, нас просто убивали. Спустились в подвал, там находилось около 300 людей, около 60 детей возрастом от 2 месяцев до 8 лет. Туалет находился на первом этаже филармонии.
А в какой-то момент обстрелы были такие, что люди ходили в туалет прямо в подвале на ведра, и не было разницы, мужчины, там мужчины, женщины. А мы там были не людьми, мы там были... организмами. Мне кажется, никто из нас все это время не смотрелся в зеркало. Если честно, было пофиг на свою красоту. Это стало совершенно неважным, потому что был очень большой процент, что через минуту ты будешь мертвым. И уже без разницы, как выглядит твое отражение. Мои волосы стали ужасными, они превратились в паклю. Но это тоже не волновало. Все ходили в шапочках. Их натягивали до глаз, потому что на умывание драгоценную воду тоже никто не тратил. Я мечтала о двух вещах. Чтобы не стреляли. И принять горячий душ перед смертью. Ты уже живешь в состоянии, ну, ты как бы, тебя еще как бы не убили, ты вроде как живой, но ты не живой. Все эти дни в подвале мне больше всего хотелось помыть волос, очень сильно хотелось. Когда мы находились в доме, еще в доме родительском, во время авианалетов я все время обнимала сына, он меня целовал в макушку и говорил, что «мам, у тебя такие мягкие волосы». Мне очень хотелось их помыть, чтобы они снова были мягкими. Я думал, поскорее бы это все закончилось. Поскорее бы оно просто убило меня, бабушку, дедушку, и все бы это закончилось. Вот так я и думал. Ну, потому что оно что, там, молиться, чтобы что? Ну, Господь, Бог, там, пусть снаряды падают в соседние дома, ну, только не в этот дом. Ну, как надо было молиться, я не знаю. Вот. За день до того, как мы вышли, филармонию расстреливали из танка в упор. Я маму поставила под несущую балку, обняла ее сзади за плечи. Это был очень страшный момент, потому что мне не хотелось вот так вот умереть, не видя солнца, грязный, немытый там, в каком-то состоянии. Человека, который потерял человеческое лицо, вот чисто физически, я не говорю там про моральные какие-то ориентиры, да? И я стою, думаю, так, молюсь всем, кто-нибудь да услышит. И я стою и думаю про себя, вот только не так, я не хочу так, я не хочу в этой яме. Я выйду под грады, но я не хочу в этой яме, и никто даже ж не узнает. Я сидела и была в аду, и я думала, что это весь ад такой на земле теперь. Что твоя жизнь от тебя не зависит. Она зависит от людей, которые стреляют просто в тебя ни за что. Самым сложным было вот не сойти с ума. Это было для меня самое сложное. Люди исходили с ума и заканчивали жизнь самоубийством, просто не выдерживая этого всего. И да, сосед повесился. Ну, во время бомбежки повесился, просто не выдержал вот этого всего. Я понимала, что если мы останемся там, через несколько дней там начнется смертоубийство, просто натуральное, за еду и воду. И мне было уже все равно, я подумала, что даже если мы выедем и нас убьют по дороге, то это будет лучше, чем мы останемся там, в подвале, и если нас не убьют, то я-то уж точно сойду с ума. Это было безумно страшно решиться выйти, потому что на первом этаже, когда мы ждали, пока нам откроют дверь, на нас летели сверху стекла, там, бетона, куски.
Прилеты были по самой филармонии, по верхним этажам. Все это было. И были люди, которые так и не решились выйти. Была семья молодая, ребята из Сартаны, Аня и Андрей. И они были с двухмесячным ребенком своим. И они так и не решились выйти туда. И мы вышли под обстрел. Мы там тоже слышали, что люди, которые выезжали, их как бы простреливали на блокпостах, ну, российские военные. Как бы вероятность выжить там больше, говорю, мне кажется, чем когда ты сидишь, просто ждешь, когда прилетит в твой дом. Говорю, тем более, как бы воды у нас уже, как бы вода заканчивалась. Выходить, греть возможности малому, чтобы здесь смесь не было просто. Смесь тоже как бы уже заканчивалась. Ну, как бы в любом случае нужно было выбираться. Я могла спасти кота, я не знаю, потому что я не знаю, что с ним сейчас. Мы не, ну, как бы спешили, да, нас там забирали, нужно было подняться на пятый этаж за тесика. Вот, и я подумала, что могут ехать без меня, ну, короче, я струсила. Просто получается, что, ну, кот у нас был такой залюбленный, домашний, он не способен на выживание сам. И мы его бросили. А он не понимает, за что мы его бросили. Вот, все. Я понимаю, он... Ну, то есть, как извиняться, я не знаю. И как смысл. Наверное, это глупо плакать из-за кота, но мне правда очень жаль. Просто сколько я видела кошку однажды. Короче, когда стреляли в этот дом, было попадание. Ну, прямое. Я видела кошку, она шла такая, через дорогу переходила. Не знаю, чья эта кошка была чужая. Она вот так переходила, пригибалась. Потому что она понимала, что что-то происходит, и она ничего не могла сделать. И она, короче, проходила такая, и, ну, такая... Ну, мне так тоже... Я представляю, сейчас Йосик так же ходит, пригибается, или вообще, я не знаю. March 19, 11:35, 24-й день войны. Если бы мы не уехали, то этим утром нас бы уже не было. Меня, по крайней мере, точно. В нашем подвале людей становилось все меньше. Они уезжали. Ходили слухи, что многие вырывались из этих кругов ада, но это были слухи. Никто проверить не мог. Наши подвальные соседи исчезали один за другим, как только кто-то находил бензин или друзей с машиной. Никто не прощался. Никто не собирал вещи. Просто бросали все и бежали к выходу. Две машины было. Обе без стекол, обе с какими-то пробитыми там чем-то. Не знаю, в общем, туда осколки попадали. И 16 человек туда в машину всунулось, плюс животные. Вот, и мы поехали. То, что мы увидели дворами, поехали, это просто не было дома. Ну, просто дом стоит, а внутри у него как сердце, вот как вырвали, знаете, вырезан. То есть он стоит, там дальше окошки есть, как бы он как бы есть, а сердца у него нет. Что-то, видно, попало такое, что вырезали. Сейчас Мариуполь – это братская могила. Это мертвый город. Мариупольцы лишились всего. А у мариупольцев было реально все. Могилы под домом. Людям негде хоронить. И они хоронят прямо под домом. Они же не просто нас убили. Они же наше прошлое убили. Мы даже не можем вернуться в город, забрать фотографии близких людей, забрать... локоны наших детей и их детские альбомы. У меня сейчас, ну, в том месте, где душа у людей, да, где-то. А вот Мариуполь – это выжженная земля, и у меня внутри такая же. Мы когда ехали, через блокпосты российские, они у нас спрашивали: «А, Мариуполь, как у вас там в Мариуполе?» Я хотела сказать: «Да приезжайте, посмотрите сами». А говорит: «Окошечко закройте». А у нас окошечек нет, но там какие-то детей простудите. А я думаю, вот, суки, значит, детей в подвалах вы убиваете, детей в Мариуполе вы убиваете, а тут вы делаете вид, что вы переживаете за... Ну, короче, это циничные гады. Вот и все, что я могу сказать.
проводим фильтрацию населения на выявление непосредственно участников боевых действий со стороны Украины. На блокпостах ДНР раздевают всех мужчин. И на предмет обнаружения на их телах татуировок, связанных с Азовом. Ну, то, что они называют свастиками, да, россияне, это калавраты. Калаврат – это древнеславянский символ солнца. Они раздевают мужчин, при мне избивали нескольких мужчин. А моему другу, который тоже вырвался из Мариуполя, ему дуло автомата в рот засовывали, сбили прикладом в грудь. Ну, просто потому что. Мобильник? Есть, сейчас. Заряженный? Вот. Откуда? В смысле? Ну, машина есть. Ну, блядь, 4 есть. Дня уже, блядь. Заряд. Машина. И что, я похож на бабушку? Не жалуюсь. Вижу. Если они по каким-то причинам решают, что ты потенциально опасен, ну, например, если ты работал на телевидении, ты потенциально опасен. Например, если у тебя есть хоть какая-то родственная связь с теми, кто воюет с украинской стороны, ты потенциально опасен. Ну, один мой близкий друг сейчас находится в Донецке, называется это «На подвале», за его проукраинскую позицию, которую они нашли у него в телефоне. О судьбе его я не знаю ничего больше. Я не знаю, жив он или нет. Я писала про то, что я жива. И я думала, этот пост, ну, как бы будет для тех людей, которые, ну, которые меня знают, которые волнуются, да. Потом вдруг ни с того ни с сего начал какой-то отклик такой большой. Мне начали звонить какие-то люди, спрашивать про интервью, говорить. Я вдруг увидела свои посты, которые начали печатать в разных там каких-то газетах, каких-то сайтах. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис принимал участие, по-моему, в Совете министров иностранных дел Европы. Он сказал, я не буду там говорить речей или что-то доказывать или показывать. Я вам прочитаю письмо, пост Надежды Сухоруковой. И это была самая лучшая речь, самое лучшее доказательство, самое лучшее внушение. Это просто как бы заколдовало зал, потому что все поняли, что это голос человека, который там находится. Я думаю, это тоже была одна из тех очень важных капель, которые все-таки разбудили наконец Европу. Украина! 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 In the fight for the independence, sovereignty of the country. It's our land. We didn't do anything wrong. It's just Putin's ambitions. UK support Ukraine! UK support Ukraine! И когда она начала выходить за рамки моего Фейсбука, моих знакомых, потом мне начали говорить люди, с которыми я была, ну, что ты действительно нас подставляешь. Короче, мы с мамой уехали вдвоем. Блокпосты там стояли в основном ДНРовцы. Я поняла, что если они меня сидентифицируют, да, то если увидят мой паспорт, как бы свяжут вот это все, эту всю шумиху со мной, то, ну, будет очень плохо. Телефон смотрели паспорт, но я все время каждый раз вдыхала, потом пропускали, выдыхала. Там очень было много блокпостов, пока мы ехали. И когда я вижу репортажи о том, что благородные ДНРовцы раздают мариупольцам хлеб, серьезно, ребята, вы раздаете хлеб людям, у которых было все, и у которых вы забрали все, серьезно, вы хлеб раздаете. Как вас зовут? Милана. А ты? Диана. Держите, Диана. Ну, то, что случилось в Мариуполе, это варварство, зверство. Это какой-то каменный век. И то, что продолжает происходить сейчас, Мариуполю нет помощи. Никакой. Я почему-то была уверена, что если узнают много людей, то спасут мариупольцев. Мариуполь спасут. Мариуполь узнали везде, но ничего не изменилось для жителей этого города. Всем, кто прошел Мариуполь, мы все покалеченные, изувеченные уроды. Мы не можем
жить прежней жизнью. Если ты прошел Мариуполь и ты просто потерял имущество, ты красавчик и везунчик. Сейчас я боюсь, что вот может быть где-то повторение того же, что мы как бы пережили. Боишься, что вот ты вроде приехал и выдох, и ты можешь опять как бы увидеть это снова. Я как бы даже не строю планов. Я так надеюсь, что все просто сейчас закончится. Мы просто вернемся обратно в Украину. Приехать в Мариуполь, я не знаю, в каком он там состоянии у нас находится. Но что-то делать для того, чтобы он восстановился. Пока я держусь как-то за эту жизнь, потому что во мне сейчас очень большая ненависть и боль. И эта ненависть помогает мне дышать. Я разложила себе возможные варианты развития событий. Первый вариант — сойти с ума, пускать слюни и сидеть, покачиваясь в углу. Второй вариант — довести себя до инфаркта. Третий вариант — наложить на себя руки. И четвертый вариант — пройти реабилитацию и попытаться вернуться к подобию, к какому-то подобию нормальной жизни. Я так села, расписала эти варианты. И я поняла, что первые три Богдан бы не одобрил. Привет, скажи, пожалуйста, как называется этот поселок, где мы будем жить, где ты живешь сейчас? Гируляй. Поселили где-то под Клайпедой в коттедже. Там очень красивая природа, очень сосновый лес там. Потом он говорит, до моря у меня 500 метров, Балтийского моря. Он ходит туда, гуляет в Балтийском море. Теперь он ждет меня. И я хочу вам сказать, что я очень надеюсь, что мы победим обязательно, Украина победит. Вот. И возможно, что даже невозможно, вот это время будет, которое я буду жить в Литве, это время у меня будет на то, чтобы собрать все свои, то, что я помню, все свои посты воедино и попытаться взять и написать книгу. Стойте, стойте, стойте! Ты живая, я всегда мечтала где-то жить вот там. Ну, мы очень много путешествовали, я мечтала, вот мне нравится Венгрия, вот мне нравится еще что-то, вот Прага, вот бы я там в Чехии где-то еще. А сейчас я не хочу нигде жить, кроме Украины. Вот сейчас, казалось бы, есть такие шансы, да, вот что можно где-то найти себя, там, в Евросоюзе или куда-то еще уехать. А я не хочу никуда. Я хочу жить в Украине. «24 апреля. Час 20. 60-й день войны. А на небе теперь столько ангелов, что их крыльями можно разогнать тучи и сделать небо ослепительно синим. Это наши ангелы. Украинские. Они отодвигают облака, как занавески, и смотрят вниз на землю. Там внизу не все хорошо».
что-то взрывается, рушится, горит. Но наши ангелы бесстрашные. Каждый из них отыскивает глазами своих, самых близких, тех, кто остался на земле без них, кому нужна помощь. Они плачут вместе с нами, и тогда нам становится легче. У них глаза наших родных, наших друзей, наших воинов. Они не умеют утешить, да и как можно утешить безутешных? Сегодня стало известно, что из города за все время блокады выехали меньше 40 тысяч человек. В аду по-прежнему сотни тысяч людей. С каждым днем им становится все труднее выживать. Пожалуйста, помогите им. Рассказывайте правду о моем городе.